Мой доклад касается эпидемиологической проблемы. Тема представлена здесь на первом слайде, а в соавторах у меня все наши старшие медицинские сестры всех хирургических отделений. И сейчас вы поймете, почему. Я не буду рассказывать, наверное, все, что я знаю из эпидемиологии, потому что уже вечер, но немножко расскажу о нашем центре. Это клинический научно-практический центр онкологии, который действительно располагается в курортном районе Санкт-Петербурга, в поселке Песочный. Рядышком с нами присутствуют два великих вообще суперучреждения. Это научно-исследовательский институт онкологии имени Петрова и институт радиологии. Наше учреждение сравнительно имеет очень молодую историю, потому что возникло как самостоятельное учреждение всего лишь в 2011 году, но тем не менее обслуживает практически половину всего населения Санкт-Петербурга, то есть практически 2,5 миллиона человек. Не в этой аудитории обсуждать актуальность проблемы онкологических заболеваний. Все мы с вами знаем, что заболеваемость очень высока, и, к сожалению, в Санкт-Петербурге эти показатели значительно выше, чем в Российской Федерации в среднем. И мы знаем на сегодня, что более 20 новых случаев, тысяч новых случаев у нас регистрируется каждый год, и более 13 тысяч летальных исходов от онкологии мы тоже регистрируем в год. Поражается и мужское, и женское население. В общем, такая болезнь, которая не выбирает. Что касается онкоцентра. На сегодня это 577 коек, в составе 9 хирургических отделений, отделение реанимации на 26 коек, операционный блок из 14 операционных залов. Ежегодно стационарное лечение проходит больше 20 тысяч человек и выполняется в год в среднем около 6 тысяч операций. Ну вот здесь просто таким коллажем представлен возможный, как бы, возможные зоны вмешательства оперативного среди наших пациентов. Надо сказать, что у нас практически на всех органах и тканях выполняются хирургические вмешательства. Здесь представлено общее число операций, выполненных за 2 года по всем нашим отделениям. То есть анализу сегодняшнему, то, что я вам буду представлять, подлежало более 13 тысяч оперативных вмешательств. Что же такое эпидемиологическое наблюдение? Постараюсь рассказать об этом просто. На самом деле, конечно, для медицинских сестер, может быть, это немножко сложно осознать и понять, потому что вы думаете, что в этом непосредственно никак не участвуете. Хотя, наверное, это не совсем так. Это мероприятие, которое предусматривает постоянный систематический сбор, анализ и интерпретацию полученных данных о числе осложнений, которые возникают, и мы их называем внутрибольничные инфекции или инфекции, связанные с оказанием медицинской помощью, или инфекции в области хирургического вмешательства. Следующий этап – это сообщение данных ответственным специалистам, планирование внедрения мероприятий и оценка эффективности всех этих мероприятий. Конечно, основная часть всех этих действий выполняется эпидемиологической службой, если она есть, но если нет, то могут быть частично функции начмедов, там еще каких-то специалистов, клиника экспертизы, комиссии, ну и так далее. Надо сказать, что цель эпидемиологического наблюдения, в общем-то, заключается в повышении качества оказания медицинской помощи путем предотвращения рисков возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и предотвращения рисков возникновения групповой и вспышечной заболеваемости. Это вот то, о чем сегодня я слышала в докладе по инфекционному контролю, докладывала Галина Геннадьевна, очень интересные данные. При этом нужно понимать, что сама система, она ни в коем случае не нацелена на принятие каких-то, скажем так, карательных действий. То есть, когда мы регистрируем у себя случаи инфекции, они ни в коем случае не подлежат, то есть лица, которые причастны к этим, скажем так, лечению этих больных, не подлежат никаким наказаниям или, в общем-то, карательным мерам. Что касается задач, значит, первое, что мы должны сделать, это определить частоту инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, потому что все дальнейшие действия абсолютно бессмысленны, если мы не будем понимать, сколько у нас инфекций. Мы не будем знать, насколько эффективны наши мероприятия и вообще нужны ли они, и те ли мы мероприятия вообще проводим. Очень важно сравнить полученные данные с теми литературными данными, о которых мы сегодня говорим. Мы знаем, что в Российской Федерации сложилась такая вот своя особенная система учета и регистрации инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которая заключается, в общем-то, в повсеместном таком, знаете, сокрытии, саботаже. Но я не буду вникать глубоко в эту проблему, она
не является поводом, наверное, для разговора на сегодняшней конференции. Просто принимаем ее как есть. И в этой вот ситуации особенно важным является тот момент, что мы внутри каждого лечебного учреждения должны сами разработать такую систему, которая позволяет нам оценить себя реально, что у нас происходит, насколько опасен наш лечебный процесс и что нам нужно с этим дальше делать. Что касается законодательной базы, то у нас достаточно документов, которые позволяют нам это сделать. Надо сказать, что наряду с федеральными документами у нас есть очень важный документ, который называется «Распоряжение Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга». Значит, этот документ регламентирует проведение мониторинга распространенности резистентных к антимикробным препаратам возбудителей. Вообще, на самом деле, Санкт-Петербург в этом смысле абсолютно уникальный город, потому что он, наверное, единственный пока в России город, где на вот таком широком уровне проводится постоянный мониторинг ежемесячный за всеми выделенными культурами полирезистентных возбудителей. Алгоритм эпидемиологического наблюдения представлен здесь. Я думаю, что не будем мы на нем долго останавливаться. Но условия, которые необходимы для осуществления этой работы, можно немножечко и обсудить. Что мы должны для начала понимать? Для начала нужно понимать, что у нас должны быть стандартные определения случаев инфекции. То есть мы должны знать, какой случай подлежит учету и регистрации, какой не подлежит. Затем мы должны понимать, какой у нас метод выявления этих случаев. То ли это пассивная регистрация, то есть мы принимаем те данные, которые нам просто желают сообщить врачи-клиницисты либо медицинские сестры, либо мы используем систему активного выявления с помощью анализа истории болезни, другой медицинской документации, ну и других, скажем так, способов и методов. Обязателен корректный расчет показателей. Для того, чтобы корректно их рассчитать, нужно наладить систему сбора не только показателей заболеваемости, но и так называемых знаменателей. То есть на какой показатель рассчитать эту частоту. То есть бесполезно рассчитывать частоту, связанную частоту инфекции нижних дыхательных путей на всех пациентов отделения реанимации, если там не проводится искусственная вентиляция легких. Вот. То есть как бы надо, чтобы все показатели имели какую-то смысловую нагрузку. Необходимо, чтобы в учреждении была возможность проведения эффективного микробиологического мониторинга, потому что без БАК-лаборатории понять, что это за инфекция и как к ней относиться, просто невозможно. Ну и, безусловно, конечно, поддержка администрации, чтобы эта работа была как бы осязаема, чтобы все понимали, кто за что отвечает и для чего все это проводится. Что касается стандартных определений в случае, то здесь как-то все просто на сегодня, потому что у нас есть санитарные правила, где, по крайней мере, по хирургической раневой инфекции есть стандартное определение случая, которыми можно пользоваться. И не нужно ничего выдумывать, никаких там своих алгоритмов, СОПов или каких-то еще других признаков. Если хотите расширить эту программу, конечно, можно, но как бы вот стандарт, который нас нацеливает на отнесение случая к инфекции, приведен в санитарных правилах. Группы инфекций, которые подлежат анализу, тоже представлены здесь. Но я думаю, что эти аббревиатуры не нуждаются в расшифровке. Все мы понимаем, что это не только инфекции области хирургического вмешательства, но это и инфекции мочеводящих путей, нижних дыхательных путей, центральной нервной системы, инфекции кровотока, сердечно-сосудистой системы, ну и так называемые инфекции костей и суставов, инфекции протезные или девайс-инфекции и постинъекционные, посткатетеризационные инфекции. То есть это только группы заболеваний, которые подлежат учету и регистрации в системе эпидемиологического наблюдения. Наблюдение может быть тотальным, непрерывным. Можно сочетать методы как активного, так и пассивного выявления случаев инфекции области хирургического вмешательства. Каким образом это проводится у нас? То есть источники получения информации о случаях инфекции представлены вот на этом слайде. Безусловно, каждое утро начинается с обхода отделения реанимации. То есть это то место в каждом стационаре, где группируются наиболее тяжелые пациенты, и часть из них, безусловно, оказывается в реанимационном отделении в связи с возникновением инфекционного осложнения. Но надо понимать, что это только верхушка айсберга. То есть если закончить, скажем так, свое эпиднаблюдение обходом реанимации, ограничиться этим, то, конечно, мы утратим очень большую информацию.
Очень важно иметь данные операционного блока о числе повторных или экстренных операций у тех пациентов, которые уже находятся в стационаре. То есть это сразу тоже очень большое подспорье эпидемиологу, которое дает понимание, почему пациента взяли вновь на операционный стол. В 50% это может быть какие-то иные причины, типа кровотечений, а в остальных это очень часто это инфекционные осложнения, которые требуют повторных оперативных вмешательств. Результаты БАК-лаборатории. Я вот даже не знала, как написать частоту, скажем так, активных вызовов в БАК-лаборатории. На самом деле у нас режим онлайн принят. Учитывая, что сегодня все как бы имеют телефоны, в которых установлены все эти дивные программы, Viber и WhatsApp, у нас просто... Практически все абсолютно высева микробиологической лаборатории автоматически попадают на два номера – эпидемиолог и клинический фармаколог. И вот эти два специалиста в режиме онлайн отслеживают высев каждого полирезистентного штамма. То есть речь не идет о всей рутине выделенных микроорганизмов, но, скажем так, микробы выделены из стерильных областей человеческого тела или те, которые обладают достаточно высоким потенциалом резистентности, сразу же становятся знакомыми эпидемиологу и клиническому фармакологу. Далее, это отчеты о численности и продолжительности манипуляций риска. Дальше покажу вам формы, как мы это делаем. Документированный учет признаков инфекции. Вот это тоже то, что делают медицинские сестры, перевязочные. Очень полезно, по крайней мере, в начале, визирование направлений в лабораторию. То есть медработник подходит к эпидемиологу, объясняет, для чего он взял этот материал и что он там хочет увидеть. То есть когда возникает вот такой диалог, сразу становится понятным, что в отделении, может быть, есть какая-то проблема, которую нужно быстренько решить, чтобы не допустить вспышки. Естественно, очень информативны результаты патологоэндемических исследований умерших пациентов, потому что там уже совершенно на таком клеточном уровне четко поставлены все диагнозы и, в общем-то, все точки над «и» тоже расставлены. Документированный отчет об исходе оперативного вмешательства. Это заполняет врач-хирург, когда больной уже прооперирован и готовится к выписке. То есть это уже отчет об исходе, об том или ином случае оперативного вмешательства. И, конечно же, это клинический фармаколог, который сообщает ежедневно эпидемиологу о всех случаях назначения антибиотиков, продолжения курса антибактериальной терапии или изменения курса антибактериальной терапии. То есть вот сколько источников, которые необходимо ежедневно перемолотить в своей голове, извините за простонародные термины, врачу-эпидемиологу для того, чтобы как-то понимать, что происходит в стационаре. Конечно, в такой ситуации без сестринского персонала просто не обойтись. Но я постаралась вот сгруппировать все, что я сказала выше. Вот на этом слайде то, что красным цветом выделено, это как раз то, что делают сестры. И вы видите, сколько важной информации могут дать вот именно сестринская деятельность и медицинские сестры вот этих 9 хирургических отделений операционного блока и отделения реанимации. Ну вот просто покажу вам для примера карту перевязочной медицинской сестры, как она выглядит. Она заполняется ежедневно при каждой перевязке у каждого пациента. Значит, здесь указывается, я, естественно, убрала паспортную часть, просто номер истории болезни, класс частоты операционной раны, какие манипуляции выполняются при данной перевязке, и просто ставятся плюсы в тех ячейках, которые могут являться признаками инфекционного осложнения. Никто не заставляет медсестру или врача в данной ситуации ставить диагноз. Но это такая, в общем-то, информация, которая помогает врачу-эпидемиологу сориентироваться, нет ли вспышки в отделении. Или, предположим, каков прогноз у какого-то конкретного пациента, если у него, допустим, вот такая ситуация сохраняется сутки, двое, трое после операционном периоде. Так выглядит отчет ежемесячный отделения реанимации, которое тоже предоставляется врачу-эпидемиологу для расчета тех самых показателей по девайс-инфекциям. То здесь указывается не только число пациентов, которые поступили в УРИД, но также указывается конкретно число пациентов, имеющих различные инвазивные манипуляции, искусственную вентиляцию легких, катетеризацию сосудов, имеющие мочевые катетеры, а также число часов продолжительности вот этих всех манипуляций. Потому что корректный расчет знаменателей возможен только при наличии не просто числа пациентов, а именно пролонгированного времени применения вот этих инвазивных устройств.
А вот так выглядит врачебная карта. Это немножко упрощенный вариант. Сейчас она у нас немножечко изменила свой вид. То есть каждый врач, выписывая больного, заполняет очень такую вот короткую, понятную выписку, где делает короткий отчет, была ли инфекция у пациента во время пребывания или нет. Значит, сейчас мы это все сделали в электронном виде. И, к счастью, как бы то, что вот вы видите с правой стороны, это мой рабочий стол в кабинете. Раньше это было вот в виде таких папок, куда я собирала каждый день всю эту информацию, потом ее анализировала. Сейчас мы интегрировали все эти информационные потоки с нашей инфоклиникой, и, в общем-то, все это поступает в генератор отчетов, который уже выводит на экран очень такую большую информацию, которая позволяет мне сориентироваться, что у нас происходит в стационаре каждый день. Каковы же у нас результаты? Я не буду вас знакомить со всеми результатами, но покажу некоторые. Значит, это частота инфекций, связанных с медицинской помощью в хирургических отделениях за 2 года. Но надо сказать, что у нас эпидемиологическая служба в том виде, в котором она сейчас существует, была создана только в конце 2016 года. Поэтому и данные, вы видите, очень такие свежие. Но это может быть даже и хорошо, учитывая, что учреждение тоже очень молодое. То есть, видите, на 100 операций такие показатели. Я специально не стала обозначать название отделения, это не имеет никакого значения, потому что у нас тут не годовой отчет, как вы понимаете, и ни в коем случае я не хочу сказать, что там, где столбики выше, эти отделения работают плохо, а там, где столбики низкие, эти отделения у нас хорошие. Вовсе не так, потому что в каждом отделении есть свои нюансы, есть свои факторы риска, тяжесть пациентов совершенно разная, коморбидность абсолютно разная, уровни вмешательства тоже разные, поэтому и частота осложнений тоже разная. Но что нам дает этот анализ? Он позволяет нам выделить отделения риска и сконцентрироваться вот уже именно на них, понимая, что именно эти больные, эти отделения нам, в общем-то, приносят основные проблемы, которые нужно решать. Почему? Я еще не сказала, что, видите, в прошлом году показатели были немножко ниже, а в 2018 выше. Но мы тоже этого не испугались, мы это ожидали увидеть и называем это регистрационным ростом, потому что вот именно внедрение всех этих технологий, выявление случаев инфекции с участием сестринского персонала позволяет нам выявить именно те самые нетяжелые случаи инфекции, которые очень редко попадают в реанимацию, но создают так называемую эпидемиологическую, ну что ли, прослойку в отделении, то есть определяют те самые, скажем так, зоны риска, где как раз и возникают эпидемиологические неблагополучия в форме вспышек. Подтверждением моих слов является то, что не стоит смотреть на возросший показатель заболеваемости, потому что на фоне его роста снизилась летальность от ИСМП и всяких разных других ситуаций, связанных с ИСМП. Доля, скажем так, пациентов, умерших после операций, снизилась с 38% до 32%, тоже положительный момент. Ну и несколько слов о результатах микробиологических исследований. Увеличилось абсолютное число проб материала, то есть это тоже говорит о том, что повышается настороженность медработников, и чаще все-таки наши больные обследуются в лаборатории. Но и поскольку это чаще, то мы получаем больше материала и больше возможностей анализировать резистентность нашей микрофлоры. Но вот здесь представлены как раз уровни резистентности золотистого стафилококка и коглаза негативных стафилококков, которые слегка озверели. Если вы видите вот левая часть слайда, то есть у них резистентность на сегодня выше, чем у золотистого стафилококка. Так выглядит у нас резистентность кишечной палочки. Тоже не очень хороша она на сегодня. Практически сохранила чувствительность только к меропенему, фосфомицину, но еще колистину. Но мы, конечно, его не пользуем на кишечную палочку в основном. Что касается синегнойной палочки, то тоже сложный микроорганизм. Большинство применяемых антимикробных препаратов, вы видите, больше, чем 50-60-70% на устойчивость. Но пока работает пепироцилин, тазобактам, колистин. Клебсиелла-пневмония. Наверное, все сегодня говорят об этом возбудителе. Очень грозный микроб, учитывая то, что это часть условно-патогенной микрофлоры кишечника. Мутант приобрел совершенно зверские свойства и в плане резистентности, и в плане патогенности и вирулентности. Поэтому тоже все взоры на эту клебсиеллу. И смотрите, тоже достаточно высокая устойчивость, сохраненная чувствительность только к колистину. Несмотря на то, что вот такие у нас, скажем так, непростые микроорганизмы, когда мы посмотрели, в общем-то, уровень устойчивости к меропенему клебсиеллы в прошлом году и в этом, оказалось, что устойчивость к меропенему все-таки снизилась. То есть, несмотря на то, что
вроде бы и число инфекций выросло, у нас микробы не стали более агрессивными. И это говорит о том, что то направление инфекционного контроля, которое у нас есть, оно правильное. Это же самое можно сказать и про ацинетобактер. То есть в прошлом году было достаточно много культур резистентных к меропенему и к мипенему, а в 2018 году всего лишь 30-35 культур были резистентны к этому, к этим препаратам. То есть это тоже весьма важный, существенный итог, потому что случайных вот таких совпадений быть, конечно же, не может. Это планомерная работа всех сотрудников стационара, которые, в общем-то, осознанно работают в плане инфекционного контроля и стремятся снизить частоту инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и улучшить качество оказания и безопасности медицинской помощи. Благодарю вас за внимание.